Новый год для полицейских не только праздник, но и период усиленной службы. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности отдел МВД по городу Армавиру проводит ряд комплексных мер, в которых задействовано более 250 сотрудников полиции. На территории города запланировано проведение более 80 праздничных мероприятий. Будут они проходить в 15 микрорайонах города. Все они запланированы с 23 декабря по 8 января 2018 года. Данное мероприятие, места проведения мероприятий будут обследованы кинологами со служебными собаками. Под охраной стражи порядка будут и три городских храма во время проведения службы в честь Рождества Христова. Чтобы жители и гости города безопасно встретили праздники на площади, центральная часть города будет закрыта для водителей. На новогоднюю ночь будет перекрыта центральная площадь. Это со стороны улицы возле Малыша, возле администрации и также возле досуга. Будет, то есть проезд машин будет к площади перекрыт. В настоящее время также возле администрации, то есть Карла Ленина и Карла Липнихта, находится экипаж ДПС ежедневно, чтобы запретить проезд площади, где проводятся массовые мероприятия. Во время каникул не стоит забывать и о правилах дорожного движения. Под строгим запретом вождение автомобиля в нетрезвом виде и распитие спиртного в общественных местах. Правоохранители призывают жителей и гостей города не портить праздник, нарушая закон, а встретить Новый год весело и культурно. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации, телеканал РНТВ «Армавир».